Доброго времени суток, уважаемые подписчики нашего блога. Bitcoin Cloud Mining Center рад приветствовать вас на своем официальном канале. Представляем вашему вниманию обзор среднедоходного хайпа Mintos. Проект официально стартовал 12 июня этого года. Для начала изучим ключевые моменты маркетинга проекта с помощью нашего сайта. Проект предлагает своим потенциальным инвесторам один инвестиционный план с различной степенью доходности, которая зависит от суммы депозита. Все депозиты на 30 дней. Например, при минимальной сумме депозита от 10 до 99 долларов размер ежедневной прибыли составит 1,3%. Следовательно, за 30 дней мы получим 39% чистой прибыли. Депозиты принимают в долларах через Perfect Money, Pair, AdvCash, банковским переводом и в биткоинах. Минимум на вывод – 1 доллар. Выплаты – ручные. Партнерка – 7, 4 и 2%, то есть трехуровневая. Как видим, наш блог сделал вклад в размере 300 долларов. Здесь вы можете отследить наши выплаты и актуальный статус платежеспособности проекта. Нельзя не упомянуть бонусы для наших рефералов. Рефбек – 4%, страховка – 400 долларов. Все эти кнопки активны и созданы для того, чтобы сделать работу с нашим ресурсом наиболее комфортной. После нажатия становится доступная форма, которую необходимо заполнить. Теперь перейдем непосредственно на сайт проекта и рассмотрим детальнее инвестиционные планы. В Mintos представлен один инвестплан с различной степенью доходности, которая зависит от суммы депозита. Рассмотрим детальнее особенности подобного плана. При сумме инвестиций от 10 до 99 долларов размер ежедневной прибыли составит 1,3%. Общая прибыль по депозиту составит 39%. Возврат депозита в конце срока действия. Ежедневное начисление и возможность ежедневного вывода прибыли. При сумме инвестиций от 100 до 599 долларов размер ежедневной прибыли составит 1,5%. Общая прибыль по депозиту составит 45%. Возврат депозита в конце срока действия. Ежедневное начисление и возможность ежедневного вывода прибыли. При сумме инвестиций от 600 до 1499 долларов размер ежедневной прибыли составит 1,7%. Общая прибыль по депозиту составит 51%. Возврат депозита в конце срока действия. Ежедневное начисление и возможность ежедневного вывода прибыли. При сумме инвестиций выше 100 тысяч долларов, максимальный лимит 500 тысяч долларов, размер ежедневной прибыли составит 2,1%. Общая прибыль по депозиту составит 63%. Возврат депозита в конце срока действия. Ежедневное начисление и возможность ежедневного вывода прибыли. А теперь пришло время обратить внимание на партнерскую программу проекта. В Mintos трехуровневая партнерская программа по системе 7%, 4%, 2%. Для получения вознаграждения необходимо приглашать других пользователей, и для этого не обязательно наличие собственного депозита. Все данные по партнерским начислениям и общей структуре партнерской программы представлены во вкладке «Партнеры». В этой вкладке есть две подвкладки – «Статистика партнеров» и «Промоматериалы». Звучит достаточно неплохо, поэтому стоит обратить внимание на авторов и легенду проекта. По легенде, проект занимается предоставлением займов на выгодных условиях и, соответственно, приглашает инвесторов зарабатывать на этом виде деятельности. В разделе «Связаться с нами» представлены данные о юридическом адресе компании и номер регистрационного сертификата. Это дает основание предполагать, что компания, автор проекта Mintos Loans, зарегистрировалась в соответствии с требованиями законодательства Великобритании. Вместе с адресом указан и официальный email проекта. В разделе «Связаться с нами» представлена форма обратной связи с админами проекта.
Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно указать свои личные данные и контактный имейл, куда придет ответ на ваш вопрос. В нижнем правом углу представлены кнопки на странице проекта в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter и Instagram. Но, к сожалению, при их нажатии невозможен переход на соответствующую страницу проекта. Будем надеяться, что админы исправят подобное недоразумение, и у пользователей будет возможность ознакомиться с данными страницами в соцсетях. А сейчас вернемся на страницу проекта на нашем портале и обратим внимание на калькулятор вероятности инвестирования в проект. В данном случае программа отталкивается от чистой доходности проекта, а это почти 1,3%. Здесь мы видим среднее количество дней жизни проектов с похожей доходностью. В нашем случае это 76 дней. Проанализировав 96 похожих хайпов, аналитическая программа показывает, что еще есть время войти в проект, сделать депозит и успешно получить прибыль. Теперь перейдем к особенностям регистрации, оформления депозита и вывода средств. Для регистрации в проекте необходимо зайти во вкладку «Зарегистрироваться». В появившемся окне нужно указать свои личные данные, ввести капчу, согласиться с правилами пользования сайтом и нажать кнопку «Зарегистрироваться». В этом проекте логин Аплайна перепроверяется, зайдя во вкладку «Мессенджер» в личном кабинете. В этой же вкладке предусмотрена возможность чата с вашим Аплайном. Кроме этого, в проекте представлена возможность регистрации через социальные сети Facebook и Google+. Для этого необходимо нажать кнопку соответствующей социальной сети и следовать дальнейшим инструкциям. Дополнить персональную информацию и внести данные своих кошельков можно в разделе «Настройки» в личном кабинете. Для оформления депозита необходимо зайти во вкладку «Создать депозит», выбрать источник зачисления средств. Обращаем ваше внимание, что Mintos принимает депозиты в долларах посредством Perfect Money, Pair, AdsCash, банковским переводом и в биткоинах. Минимальная сумма депозита составляет $10. После выбора платежной системы необходимо выбрать желаемый инвестплан из выпадающего списка и сумму депозита. В этом же окне представлен калькулятор прибыли, в котором можно ввести сумму депозита и получить приблизительный подсчет желаемой прибыли. На приблизительность данных обращают внимание сами авторы проекта. Срок действия депозита по всем инвестпланам составляет 30 дней. Также присутствует возможность реинвестирования по окончанию срока действия депа. Авторы проекта даже заявляют о возможностях предоставления дополнительных бонусов, размер которых зависит от суммы реинвестирования. Например, при реинвестировании от 5 до 10 долларов бонус составит 3%, при реинвестировании от 10 до 30 долларов бонус составит 5%. При реинвестировании от 30 до 100 долларов бонус составит 8%. При реинвестировании суммы выше 100 долларов бонус составит 13% от суммы депозита. Для вывода средств заходим во вкладку «Вывод», выбираем систему с доступным балансом и нажимаем кнопку «Вывод» внизу страницы. Обращаем ваше внимание, что с этой же страницы возможно оформить реинвест депозита. Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Хотите знать обо всех новинках? Подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Telegram и YouTube. Не пропускайте обновления из разделов «Полезные статьи», «Крипто-новости» и «Крипто-события». Интересующимся новыми возможностями для заработка, добро пожаловать в разделы «Биткоин-игры», «Биткоин-краны», «Заработать биткоины». Заглядывайте на огонек в наш телеграм-чат для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют
и проводим постоянные акции и розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков. Спасибо за просмотр и до новых встреч!